Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 62, упражнение номер 281. В этом упражнении мы должны преобразовать данные величины. 2 метра 4 сантиметра. В 1 метре 100 сантиметров, в 2 метрах 200 сантиметров и плюс еще 4. 204 сантиметра. Записываем. 2 метра 0,4 сантиметра равно 204 сантиметра. 3 дециметра 8 сантиметров нужно выразить в миллиметрах. Сначала выразим в сантиметрах. В 1 дециметре 10 сантиметров, в 3 дециметрах 30 сантиметров и еще 8, 38 сантиметров. В 1 сантиметре 10 миллиметров, значит, в 38 сантиметрах 380 миллиметров. Записываем. 3 дециметра 8 сантиметров равно 380 миллиметров. 5 метров квадратных выражаем в сантиметрах квадратных. В 1 метре квадратном 10 тысяч сантиметров квадратных. Значит, в 5 метрах квадратных 50 тысяч сантиметров квадратных. Записываем. 5 метров квадратных равно 50 тысяч сантиметров квадратных. 4 километра квадратных выражаем в метрах квадратных. В 1 километре квадратном 1 миллион квадратных метров. Значит, в 4 километрах квадратных 4 миллиона метров квадратных. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.